январе 2019 года Челябинская область отмечает свой славный юбилей – 85 лет. Постановление о разделении Уральской области было подписано 17 января 1934 года. Этот исторический документ можно считать официальным свидетельством о рождении региона. В рамках празднования юбилея 25 января в Доме культуры «Меридиан» прошел праздничный концерт, посвященный 85-летию Челябинской области. В праздничной программе приняли участие народный коллектив «Вокальный ансамбль «Рябинушка», хор народной песни «Иволга», группа художественной гимнастики, танцевальный коллектив «Мармеладки», солисты Гилев Владимир, Пивнева Вера, Изюмская Наталья, Альфия Лутфулина, Разиля Сафина и Регина Лутфулина. «Наш край величавый с петровских времен. Ты светом великих побед озарен. Тобой мы гордимся, тебе мы верны. Наш Южный Урал, честь и слава страны».